Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале Angry Games, и сегодня с вами будем рассматривать письма, которые пишут на экзамене для уровня B1. Я нахожусь в Германии уже ровно год как, и поэтому с удовольствием помогу вам в изучении немецкого. Начнем мы с рекламации, и здесь будет, если нас не устраивает, мы жалуемся. И говорим о том, что нас, допустим, электроприбор, который доставили, не устраивает. Начинаем мы с заглавия, пишем рекламацион. На следующей строчке пишем рехнунгснумер. Дальше пропускаем строчку, обращаемся. Дамы и господа, sehr geehrte Damen und Herren, vor einem Monat haben Sie mir eine Kaffeemaschine geliefert. К примеру, месяц назад нам доставили кофемашины. Leider musste ich verstellen. Dass der Motor die Kaffeemaschine beschädigt ist. К сожалению, я обнаружил, что мотор кофемашины сломан. Das ist sehr ärgerlich. Это очень раздражительно. Ihr Service hat mich sehr enttäuscht. Ваш сервис меня очень разочаровал. Obwohl ich Ihre Hotline zweimal angerufen habe. Обязательно указывайте, что вы сделали для того, чтобы проблема была устранена. Hat niemand geantwortet. Но никто не ответил. Obwohl ich ihre Hotline zweimal angerufen habe, hat niemand mir geantwortet. Хотя я на вашу горячую линию звонил дважды. Никто мне не ответил. Ich brauche die Kaffeemaschine nämlich dringend. Мне нужна моя кофемашина срочно. Für mein Büro. Для моего офиса. Anbei erhalten Sie eine Kopie der Rechnung. Также вы получите одну копию счета или чека. Ich möchte Sie bitten. Или можно сказать, ich möchte Sie auffordern, dass Sie die Kaffeemaschine so schnell wie möglich reparieren. Oder mir einen Ersatz schicken. Также я бы хотел вас попросить, чтобы вы кофемашину как можно быстрее отремонтировали. Или мне замену отправьте. Denn ich habe Anspruch auf eine neue Kaffeemaschine. Так как я имею право требовать новую кофемашину. Bitte bestätigen Sie mir schriftlich bis spätestens zum bis. И указываем дату. Например, можно сказать innerhalb zwei Wochen, dass Sie meine Reklamation erhalten haben. Bitte bestätigen Sie mir schriftlich innerhalb zwei Wochen, dass Sie meine Reklamation erhalten haben. Подтвердите, пожалуйста, мне в письменном виде в течение двух недель, что вы мою рекламацию получили. Wenn ich nichts innerhalb von zwei Wochen von Ihnen höre, möchte ich mein Geld zurückbekommen. Если я в течение двух недель ничего от вас не услышу, хотел бы я назад свои деньги получить. Über eine schnelle Bearbeitung würde ich mich sehr freuen. Über eine schnelle Bearbeitung würde ich mich sehr freuen. Быстрой обработке буду очень рад.
Mit freundlichen Grüßen. Имя и фамилию. Это то, что касается рекламацион. Теперь перейдем к письму. Там структура самого письма довольно легкая. Только нужно подставлять подходящие слова и выбирать артикли. В письмах всегда разные постановки. И вообще по-разному нужно подбирать слова. Иногда бывает так, что в тестах совершенно новые слова, незнакомые, которые мы не учили, допустим, на курсах. На курсах невозможно все успеть выучить, но тем не менее сделать и подготовиться, написать несколько писем, сочинить, это, конечно же, возможно. Значит, попробуем следующее письмо. Это когда мы жалуемся в комитет дома, что у нас соседи устраивают беспорядок на лестничной клетке, и каждую ночь громко играет музыка, и поэтому мы пишем комитет дома. Анреде, приветствие. Sehr geehrte Damen und Herren. Ich wohne in Ihrem Haus am Littensee und werde mich heute an Sie. Я живу в вашем доме и хотел бы вам сегодня рассказать кое-что. Weil ich große Probleme mit den neuen Nachbarn in der dritten Etage habe. Так как я имею большие проблемы со своими соседями с третьего этажа. Дальше мы говорим, с какого времени и что произошло. Проблема. Beschreiben. Описывать проблему. Seit einem Monat feiern die neuen Mieter jede Nacht bis früh um vier. На протяжении месяца празднуют новые арендаторы каждую ночь до 4 утра. Höre laute Musik, tanzen, singen, lachen. Слушают громко музыку, танцуют, поют и смеются. Rauchen im Treppenhaus, machen Krach. Курят на лестничной клетке и шумят. So das Wetter ich noch meine Kinder schlafen können. Ни я, ни мои дети не могут спать. Ganz zu schweigen von dem Müll, den sie im Treppenhaus hinterlassen. Не говоря уже о мусоре, который они оставляют после себя на лестничной клетке. Bitte um Problemlösung. Попросить решение проблемы. Ich bitte Sie sehr, sich um diese Probleme zu kümmern. Я очень вас прошу об этой проблеме позаботиться. Und die Nachbarn zu informieren, dass sie sich an die Hausordnung zu halten haben. И информировать, чтобы они порядок дома соблюдали или придерживались. Halten haben. И в завершение добавляем. Under falls die Situation nicht besser, werde ich meine Miete kürzen. В противном случае, если ситуация не будет улучшена, я буду сокращать свою аренду. Ich hoffe auf eine schnelle positive Antwort von Ihnen. Я надеюсь на быстрый ответ, позитивный от вас. И дальше мы пишем mit freundlichen Grüßen, имя и фамилию.
Если какие-то вопросы еще есть, пожалуйста, задавайте их в комментарии, обязательно отвечу. Так что успехов всем в изучении немецкого. Еще увидимся. Пока.